Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией, моего видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новинкой, называется ПТС Сага из серии Баб Поинтов, друзья. Это домашняя страничка такая вот, здесь все можно перевести и прочесть, я уже зачитывать здесь не буду ничего. Значит, если мы перейдем в новости, здесь написано, что старт проекта 28 октября, то есть вчера только запустился. Регистрация здесь наипростейшая. Если вы решите, вас зацепит проект и вы захотите зайти, нажимаете Sign Up, пройдя в описании по ссылочке под видео. Будет капча. Разгадайте сначала капчу. Потом перебросит на форму регистрации. Прописываем логин. Два раза пароль, email и зарегистрируйтесь. Вход по email. И пароль. А я сохранила логин. И попадаем в кабинет. Здесь немножко такой вот другой формат, как бы. Еще немножко как бы и путаюсь. Вот. Значит, ну вот у меня здесь 40 бабс-поинтов. Можно начинать без вложений, друзья. Здесь, если мы опустимся как бы пониже, идут как бы группы. Значит, набираете без вложений 1600 баб-поинтов и попадаете в первую группу. И у вас появляются денежные ссылочки. Первая группа по 14 центов. Ну, далее вот здесь просмотрите. Значит, здесь показано, написано, как появляются денежные ссылки. Баб-поинты, как бы... 18 часов это все расписано. Здесь группы у нас находятся. Баб-поинты. Ну и количество тоже, в какой группе мы находимся. Так, далее что? Вот здесь рефер. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Далее что еще? Так, самое важное, просмотр, вот здесь Earn, здесь денежные ссылочки будут, здесь баб-поинты. Как я сказала, можно начинать без вложений. И у нас вот тут рекламка, я две рекламки просмотрела. Как просматривать рекламу? Кликаем. Опускаемся ниже на зеленую вкладочку. Нас перебрасывает на страничку. Давайте подождем. Просмотрим одну рекламку. Рекламка просмотрена. И вот на вот сюда нажимаем. Нас обратно перебрасывает. Далее что? Так, это домашняя страничка. Как просматривать рекламку, я вам показала. Так, здесь мы будем покупать, вот, как бы, чтобы, если будем покупать баб-поинты, чтобы увеличить группу. Я хочу это сделать, значит, ну, пока что я хочу вам показать, вот здесь кликаем, здесь все по-другому, значит, тоже это реферальная ссылочка у нас находится. Реферал лист. Так. Здесь у нас что? Депозиты. Пейра пока нету. Но потом он его добавит. Я так понимаю. Потому что видим, да? Перфект, пейр и криптовалюта. Я закину 2 доллара, потому что, ну, закину.
кликаю сюда, перебрасывает на перфект меня. Так, капчу. Так, просмотреть платеж. Подтверждение. Продолжить. Выбила меня из кабинета. Ничего страшного. Сейчас войдем. И посмотрим платеж. Да, вот баланс. $2. Теперь я иду вот именно сюда. Bulk ADS. И сюда нужно вставить ссылочку. Сейчас рекламирую. Что я буду рекламить? Вставлю вот это. Возвращаюсь. А потом стираем. Сюда вставляю циферку 2. Так как у меня $2. Значит, что мне... И у меня будет 6320... Так, бонус поинта вот этих. Что мне здесь написали? Так, шаза. Сейчас вернемся, обновим страничку. Да, баланс у меня списался. Вот у меня моя рекламка стоит. 200 показов. Давайте теперь вернемся на домашнюю страничку. Посмотрим. Так, у меня первая группа. 6380 баб-поинтов. Так. И чуть позже появится, я так понимаю, тоже... Вечером будут у меня уже денежные ссылочки. Ну, а эти я позже уже посмотрю. Что еще вам здесь показать такого? Так, новости я вам показала. То, что это старт. Значит, так, это депозит, это вывод. Выводить мы можем. Так, платежные системы. Perfect Pair Bitcoin. Так. И опускаемся ниже. Я вот прописала Pair. Но его добавят чуть позже, так как он только стартовал еще. Может и сайт сыроват. Далее, что еще я вам хочу сказать по поводу вот этого, что я купила. Значит, когда мы, друзья, смотрите, я прописала ссылочку. Секундочку. Значит, когда мы будем... Я вот вставила рекламку сюда, ну, циферка 1. Здесь можно... Увеличивать потом будет как с пурша с баланса, так и с основного баланса на вывод. Понимаем, да? Вот. Так что не обязательно 10 раз пополнять. Можно как бы потом уже из заработанных денежных средств это все увеличивать и зарабатывать. Так, ну основные моменты я вам показала. А потом уже сами тут погуляете, посмотрите, переведете на русский язык. Вот. Хотите, присоединяемся. Хотим, не присоединяемся. Вот такой вот проект. Стартовал он вчера. Я, конечно, пройти мимо не могла. Как он будет работать, я понятия не имею. Будет, чтобы вводить, естественно, запишу видео по выводу денежных средств. Вот.
На этом все. Всем удачи, всем пока.